Я сбегаю. Бля, лишь бы самому не ёбнуться. Там как-то... Там был, короче, как... Тут знаешь? Базу, скажем так. Вот это было опасно. Давай расскажем народу, что в итоге будет. Мы еще покатаемся, не знаю, получится, не получится украсть коляску еще раз, поснимать с коляски видео. А в итоге вечера должен быть небольшие салютики. Короче, фонтаны будут. Будет фонтаны. Вот, приклеим его, попробуем на скейтборд, на заднюю часть и устроим ракету. Я дико очкую. Ох, пошли. Я там просто запись установил. Ну ты же ничего. Там замонтируешь нормально. Мы сейчас будем приклеивать скотчем, нашим любимым дорогим скотчем, к лонгборду фонтан и будем осуществлять прокат рокетборда. Оператор, не распространяйте сонные флюиды на наших, блядь, зрителей. Мне музыки не хватает, Оль, добавь музыки. Наша ракета почти готова. Оголяем бельфортовый шнур. Смотрите. Так, почти все готово к запускам. Дорогие зрители, мы готовы к запуску. И что? Паша, ты куда? Паша, стой! Слишком быстро! Паша, вернись! Ну вот и закончили мы на сегодня наши покатушки. Немножко поперископили, немножко сделали трансляции в Фейсбуке. На сегодня, наверное, это все. Завтра ожидаем гораздо больше. Я куплю несколько еще фонтанов, чтобы было веселее, интересней. Ожидайте несколько трансляций в Перископе. Ожидайте интересных видео. До скорого. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Все будет круто. Эй! Hey!